Друзья, привет! Вы на семейном канале. Да, Дань? Сегодня у нас новая наша рубрика «Папа vs. мамы». Будешь держать? Нет. Нет? Потому что будешь смотреть? А сегодня каверзная игра для папы. Мама подготовила список вопросов. 5 вопросов по себе, один 5. И 5 вопросов на задание «Формула-1». Как мы поступим? Наверное, папы победят в случае, если я угадаю больше вопросов про маму, и, соответственно, мама победит, если я буду знать больше про Формулу-1. Но я для себя все равно буду победителем в любом случае, если я за что-то хотя бы отвечу. Ну что, поехали? Давайте начнем. Я готов. Не подглядывай. Ты будешь мне подсказывать? Нет. Нет? Ну ладно, папа один будет отдуваться. Кто основал Формулу-1? Кто основал? Дети, знаешь, что Формула-1? Мама основала Формулу-1. Надо отвечать, как? Какой это самое? Какая страна? Какой человек? Или кто? Я человек. Я не знаю. Брэм? Брэмом нет. Я нашла какого-то Берни Эклстоун. Когда и где мы с тобой познакомились? Это разглашение конфиденциальной информации. Я, кстати, помню. Да, это был Папа's Place в Москве, 30 апреля 2010 года. Да. О, Денис, ты слышал? Папа угадал. Один кубик, один. Бери, иди возьми кубик, конечно. Одну. Так, ладно, теперь про Формулу-1. Давай. По-моему, по Формуле-1 вопрос сложнее. В каком году прошла первая гонка? Формула-1. 55-й. Ну ты был рядом. 6-й? 10-й. Ай. Так, надо себе ставить. Я думал, я знал, отметки. Да. Что ты принес? О, как раз единичка. Формула 1. Так, теперь следующий вопрос. Будешь папе-то подсказывать или опять не будешь? Что у нас по-моему вопрос сейчас? Я волнуюсь, кстати, друзья. Ты, думаю, вспомнишь. Дата свадьбы. 30 августа 2013. Молодец. Диня, мы побеждаем пока что. Ну, действительно, я не специально, реально вопросы по Формуле-1 оказались для меня сложными. В каком месте проходила первая гонка? Ты специально такие вопросы подбирал? Да. В Италии, в Монце, наверное, да? Нет. Ой, Монце — это в Италии. Нет, папа, нет, в Италии. Это подожди, было... Сильверстоун, Великобритания. Да. Диня, я угадал. Ну да, это одна из самых старых трасс, поэтому, наверное, ты должен был отвечать на этот вопрос. Какие у меня 2 любимых цвета? Так, значит, коричневый. Ходи, подожди, можно я? Синий. Синий и зеленый. Ну, папа, ты молодец. Я угадал? Да. Деня, похлопай папе. Класс, спасибо, Денюш, ты меня поддерживаешь. Кто самый титулованный гонщик? Это я знаю, это Изи, Мишель Шумахер. Хорошо, я тебе, может, упростил немножко жизнь. Не, ну почему, я уже чувствую, я на коне. Когда я... крайний раз отдыхала на море, где это было? Так, это была Турция. 2000, так, Дэна еще не было, но должен был быть. Значит, это был 2014. И на маме. Сиди на маме. Сколько было смертельных случаев на гонках? Это сложно. Я знаю, что Айртон Сенна... Сена разбился на фамилия. Последний случай тоже считается? Я посмотрела про все случаи. Статистика до какого года? С 50-го по текущие года. Блин. И там... 8? Нет. Это больше, понятно. Нет, Андрюша. Меньше? Больше. Ну я говорю, больше. 26? Нет. Сколько? 33 на заездах,
10 на тестах и 5 в гонках, которые не были включены в чемпионат. В каком году я отказалась от мяса и пробовала сыр? А где мой минус? Мам, посмотри мой минус. Это кошмар. Мам, а где минус? Ну, это или 2011. Ты все знаешь. Я не посмотрел. Я пытаюсь просто события в хронологическом порядке выстроить. Это проще, чем количество смертей в Формуле 1. Давайте еще один вопрос по Формуле 1. Давай, чтобы не так позорно-то было. Сколько было представлено трасс на чемпионатах мира за эти года? Ну, допустим, 93. Мимо. 71. Ну, это нереальный вопрос. Я не могу сосчитать с 50-го года все трассы, которые добавлялись и убирались. Нет, чтобы кто победил в 2008 году, окей, я скажу, там, с кем боролся Шумахер, там, я, окей, я скажу, какое количество трасс, что, сколько гонщиков разбился, да вы о чем? Кто основатель Формулы-1? Оказывается, это Берни Эклстоун. Денис, я надеюсь, что это он. Ну, давай посчитаем, сколько у меня правильно. Ну, а еще вопрос по мне задавать? Ну, давай, хорошо. В каком году я первый раз летала за границу? Детство считаем? Нет. Первый раз, когда ты летела. Это была Испания, тебе было 6 лет. А 6 лет тебе было в 95-м. Ты что? Да, 96. Ну, там можно было 95-96. Ну ладно, я не угадал, но был близок. Мам, объявляй. Счет у нас по Формуле 1 у нас. Всего 2 положительных ответа. Из каких? 6? Из 6. А по знанию мамы у нас получается 5. И значит 6. Что? Что папы wins, на знание мамы папа wins, на знание Формулы 1 папа lose. Ну что, с вами был семейный канал. Наша рубрика «Папа vs. Мамы». Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь, оставляйте полезные комментарии. Впереди, как всегда, еще много всего интересного. До новых встреч. Пока-пока. Не поцелуй. Иди поцелуй.